Петербурге сегодня дожди. Обожаю слушать дождь. Чистенькая крыша, вся блестит. Кто-то стучит. Кто там? Это я это сказала, что... А, денежки? Спасибо. Ну, спасибо. Вот мне из Абсолюта пришли денежки. Жизнь удалась. Не падай. И тут тоже. И тут тоже. Кушают. Правда, обожаю слушать дождь. Доброе утро, мои любимые. Я еще, можно сказать, дрыхну. Еще сонная. Доброе волшебное утро. Такая свежесть и пахнет весной. Очень классно. Мне вчера кто-то написал: вы меня, конечно, извините, но у вас такая пыльная ава. Ой, клава. Ава, клава. Я говорю: нет, я уже все помыла. Вот уже все чистенькое, совсем не пыльное. Все вчера тут понамывала, поначищала, даже ком поднимала, все тут, все мыло. Так что уже все чисто. Просто у меня было 2 дня лени. Я вообще ничего не делала, только занималась какими-то своими делами. У нас с вами 25 апреля 2022 года. Понедельник. Не забудьте поздравить Василия, Давида и Ивана. Обязательно поздравим. Иван даже у меня тут есть в коммуналке. Можно пойти и поздравить. Мне надо стирать, убирать постель. Доброе утро, Петенька, как ты тут? Как ты тут? По-моему, разрастаешься. А ты, Васючек, тоже хорошо? Ты мой пушистик. А ты, как Фрусечка, тоже хорошо? Ну и слава Богу. Все тут полито, чистенько. Ну, а эти аглоеды. Все тут тукают и кушают. Такая утренняя медитация. С дождиком и голубочками. Так только не дерись, давай кушай. Такое. Вот что им спокойно не живется? Все это ум подлый. Вот ему показалось, что тут съел на 2
крошечки больше. И он его сейчас за это разорвет.